Тело одного из пропавших рыбаков найдено. Напомню, двое жителей Ноябрьска отправились на рыбалку на озеро Щучье 5 июня. До сих пор их местонахождение было неизвестно. Мужчин объявили пропавшими без вести. И вот сегодня появились новые факты этой трагедии. Предпринятые поисковые мероприятия принесли свои положительные результаты. И сегодня, 19 июня 2013 года, в утреннее время, в воде водоема был обнаружен труп одного из охотников. В настоящее время на место выехала и работает следственно-оперативная группа под руководством следователя Следственного комитета. Проводятся неотложные проверочные мероприятия. И по доставлению тела в город будет назначено и проведено его судебно-медицинское исследование. Работы по поиску тела второго рыбака, несомненно, будут продолжены.